Всем привет, с вами Мила и Тера. Я вернулась в Теру в новом году. Так, ой, извиняюсь. Ну, в смысле, ты должен извиниться за то, что ты меня это шибанул. Так, мы в каком-то... каких-то катакомбах, да? Так. Это все понятно, это всё... тщательно, да зараза, что ж такое-то? Немножко не помню, чего и куда мне идти. Не совсем понимаю, чего и куда мне идти. Сейчас помню. Может быть. Тут вроде бы я не все задания сделала, что ли? Да, точно, не все. Сейчас будем доделывать. Так. Будем доделывать. Опять же, пока все это на ноутбуке старом своем играю. Все никак моя посылка не придет с видеокартой заранее. Очень надеюсь, что она не потерялась. Не хотелось бы заново ждать. Очень бы не хотелось. Возможно, опять же говорю, эти праздники дурацкие покрывали. Наверное, в связи с праздниками много всяких посылок и так далее, подарков. Возможно, это все очень повлияло. Пятнадцать штук, вы обалдели? Ты уже полгода бить. Так. Эй, сюда. Так, этих не надо. Вот этих надо. ПС вроде такой, ничего. 40. 40, 36, 30, 50 даже. Интересно, бандикам показывает один ФПС, а игра совсем другой. И кому верить, не знаю. Возможно, здесь такой ФПС, потому что здесь никого нету. Локация такая пустая. Я здесь одна, одинёшенька. И 15 вот таких. Такс. Отстань, тебе мне не надо.
Еще два. Еще два. Здесь мои монетки лежат. Я заберу, ладно. Так, ну еще один остался, я так понимаю. Все, готово. Так, дальше поехали. Кого дальше-то? Отстаньте от меня. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Вообще не до вас. Так, куда-то туда показывает. Да ну нафиг. Отвалите. Не хочу я с вами драться. У меня только время отнимаете будете. Не, обалдели что ли? Сейчас получится за это. Вот он за это. Вот так вот. Будете знать. Да ну отстань. Реально, катакомбы, заблудишься здесь. Ой, куда я пришла? В другую сторону. Ой, там еще задание. Чую, короче, вся серия уйдет в этих катакомбах. Так, 6 из 6 есть. Дальше кого еще? Кого еще бить-то? Так. Куда-то сюда. Да зачем ты его захватила? Мне он не нужен совсем. Совсем он мне не нужен был. Да отстань ты. Кого бить-то здесь? Ну ладно, убей его, а то мешается только. Так, а я во все... Да отстань ты! Что ж такое-то? Так, не то я нажимаю. Хотел посмотреть подземелье, я как... А, ну вот... А, убежище каши и золотой лабиринт я была. Вас что ли? 6 штук. Так, а вас не надо, да? Yeah.
Так, возродились, вот замечательно. Все, это сделали. Так, теперь вон там какие-то задания я вижу. Бежали туда. Так, а где они? Где-то тут, господи, еще дофига заданий. А, хорошо. Всего доброго. Расскажи мне свою историю. Обалдеть. Буду рад, если ты вернешься. Ну, мне задания надавали, конечно. Молодцы. Поехали делать что. Так. Сюда, да? Опять мелочь пузатая. С 50 обалдели. Пять из 50. Обалдеть. Они быстро разжидаются, можно, в принципе, прямо здесь тусоваться в этом месте. И бить их. Не бегать никуда далеко. Вот и все. Так. Половина есть. Дальше поехали. Этих еще надо же, да? А чё мне так горят эти? Мои рукавички, так сказать. Так, с этими все. Мелкие остались. Да. Ну и еще чуть-чуть. Еще немного. Что-то раньше не замечала, что у меня так горят эти. Не обращала внимания. Кулаки мои. Так, еще, да? Ай. Да, еще. Все, готово. Дальше поехали, куда там нас посылают. Куда-то. Да беги ты. Куда-то вот сюда. Пять мелкие. Ну чё, он меня оглушил?
32 из 40, обалдеть. Так. Это еще не все. Это еще не все. Так, это сделали, окей. Еще кого надо? Так, 4 из 8. Так. А, один готов. Один готов. Да уйди ты, мелочь пузатая. Ай. Так, чего, кого еще тут? Кто-то еще тут? А, вот вот этого. Так, 7 из 8. Еще одного. Еще одного. Готов. Такс. Дальше поехали. Дальше куда-то. Куда-то сюда. Там вопросик горит. Сколько же заданий в этом, в этих катакомбах? Жуть просто. Просто жуть. Так, надо бы сделать превьюшку так-то, по идее. Ох, за мной вереница. Отстань. Вот так вот. Такс. Допустим. Поехали обратно. Так, вот этих надо бить, кстати. А то что-то я их пропустила. 3 из 12, обалдеть. Так, нет, не вот сюда.
второе устройство коренения. Окей. Дальше. Да пустите вы меня. Отстаньте. Третье устройство укоренения. Окей. Укоренили. Дальше чего? Дальше надо добить вот этих вот. Вот этих вот. Может просто тут стоять, ждать, когда они возродятся. Долго и скучно будет. Встань. Да там же. Мне куда-то сюда показывает. Их не засчитываю. Странно. Почему-то не засчитал. А вот 9 из 12. Три надо. Ага, 10. Ага, еще один. Еще один. Один единственный. Готов. Готово. Так. Теперь мне надо, по идее, подняться тем же путем или... Сейчас попробуем другим путем подняться. Пустите меня. Так, ага. Так. И сейчас. Так, это мне что, надо собирать? Эфира вот. Эфира вот. Эфира вот. А где еще? 1 из 5. Где еще есть? Эфира вот, а вот. Вот эфира вот. Ай, не дадут собрать. Встань. Так. А я что, не собрала, что ли? Еще эфира вот не наблюдаю, что-то сейчас это задание сдам. Так, где это? А вон там. Да что ж ты, я как бы не шла, я все равно на них попадаю. Как так
получается, не понимаю. Да ты зараза! Что ж ты будешь делать-то? Это не я виноват! Я ничего не делал! Нет, вон кто-то бегает, еще играет, представляете? Некогда болтать! В Терру еще играют. Удача улыбается терпеливым. Если нужна помощь, просто скажи! Так. Какое-то еще задание доделал, какую-то эфироработу собирать. Так. А, вот он. Так, 3 из 5, еще 2. Еще один надо. Еще один. Где бы его найти? А вон вижу. Так, готово. Хорошо, пошли сдавать. Ой, когда же здесь задание закончится-то? Закончатся ли они вообще, в принципе? Не, закончатся, да, не закончатся. Вопрос в том, когда? Ну как бы сделала. Так, теперь мне надо куда? Расскажи мне свою историю. Наверх, наверное, да? Это вниз. Блин, а мне бы наверх. Сейчас мы найдем путь наверх. Ничего, не беспокойтесь. Так. Надо как-то отсюда выбираться. Вообще надо посмотреть, есть ли здесь еще задания какие-то, а то потом опять возвращаться сюда как-то не очень. Не хотелось бы возвращаться. Так, тут наверх. Хорошо. Ага. Ну и все, в принципе, да? Так, сейчас посмотрим по заданиям. Обычные. Так, придел. Да отстаньте вы от меня! Что такое-то? Представь. Тыщ. Вот так вот будете знать, как нападать. Так, хотел посмотреть. Осталось ли здесь чего-нибудь. Так, предел бурь, предел пыток. А я сейчас где вообще? Я в вопящих катакомбах. Да? А, вон там. Какие-то надо сдать задание. Сейчас мы туда добежим. Хотелось бы с этими катакомбами сегодня закончить. Так, сюда. Ай! Ай! В принципе, они перепрыгиваются нормально. Ах ты зараза, не успела. Не успела.
Так, сюда. О, реально катакомба. Заблудишься тут. Сюда. Потом вот сюда. Господи, потом сюда. До конца. Убирайтесь. Так, нет, я сюда. Куда? Это сюда, что ли? Да. Это тут. Ага, вот оно. Союзникам тут всегда рады. За Федерацию. За Федерацию, за Федерацию. А, не бей меня! Ты не бью я тебя, что ты. Ага. Во, как мы же сюда подымались, да? А назад-то можно? Каким-то образом. Или как? Или назад никак? По идее можно? Ага. Во, нормалёк. Так. Где это я? Кстати говоря, высоты страданий. Я просто не знаю, все я здесь сделал или как. Фиг знает. Так, мне бы как-то отсюда выйти. Как? Это вопрос на миллион, конечно. Как отсюда выйти? А мы же сюда сетовались. Пали или чё? Не, ну подняться наверняка можно. Вот, вроде бы подъем. Давай. Давай, я знаю, ты можешь. Так, дальше куда? Сюда, что ли? Так, давай с разбегу. Да, ты можешь, я знаю, ты можешь. Да ну нафиг. Да вот ты только не говори, что ты застряла. Зараза такая. Как-то же можно. Мы сюда падали, это я помню. Мы падали, спускались. Значит, можно подняться. Или нет, или нельзя. А как тогда отсюда убираться же как-то надо? Правильно? Хорошо, нет так нет, господи. Тяжело что ли, сложно что ли, нажать на вот... безопасное место. Безопасное есть у меня? Представляете, нету безопасного... А, нет, есть. Давай. Оттуда уже будем смотреть. Хотя, наверное, уже пора бы заканчивать серию. Ну, сейчас переместимся, посмотрим, чего и как. Так. Где мы? Ага. То есть здесь мы как бы все, да? Теперь нам туда. В предел бурь. Правильно же я понимаю? Ну, давайте добежим. Ой, привет. Подожди, не-не-не. Кажется, я знаю, где я сфотаюсь. Да-да-да-да-да. С кем, вернее. Ну-ка, подожди, подожди, повернись. Забавно. Ну-ка, давай. Это типа этот. Как его? Снеговичок. Не-не-не, подожди, давай. Во. Ёлочка там, и все, все, все. Во. Все-таки Новый год еще не закончится, еще впереди старый Новый год. Поэтому все это не... Все это в тему, в общем говоря. Ёлочка сверкает. Мне нужно к аукционисту. А, нет, не к банкиру. Да. Где аукцион? Где-то рядом же. А, вот. Ты из новичков? Желаю тебе удачи, малыш! Так, забрать все. И поставим чего-нибудь. К
короче, я все ставлю. Мне ничего не надо. Я так прямо не играю, чтобы прямо все мне что-то нужно было. Я играю так просто. Просто для беготни. Так. Так, ну это я, наверное, не буду продавать. Это вещь нужная. А вот это можно. Это что? Чистая эссенция льда. Кажется, все, да? Все. Так, и сразу же денежки скину сюда. Уважай мой рост! Положить. Сколько у меня там? 7, да? Ну, 7 положу. 7, раз, два, три. Итого у меня уже 26 тысяч. Нормально. Так. Так чё? Побежим в ту локацию, которую будем в следующий раз очищать. Так. Как мне вот сюда, да? Так, и куда-то туда. Вот сюда, что ли? А я сюда разве не бегал? Я просто не помню. Давно это было. Предел бурь. Нет, я здесь не была. Я здесь не была. А может, и была, не помню. Приветствую. Встретимся еще когда-нибудь. Помни, да, за что мы сражаемся. Так. Куча заданий, как всегда. А, не бей меня! Бью я тебя, что-то. Так, еще одно где-то задание. Или нет, а показалось. Давайте немножко побьем. Меньше будет. В следующий раз. Оставленную древесину. Травка. Это чё? Кто-то оставил. Стой, стой, это мои монетки. Стой! Ай, больно же. Вот тебе за это. 12. 12 есть. Так, чё, кого еще тут побить надо? Нет? А, от вас, да? Ну, давай побьем и вас. Thank you.
вьюга тут дует. Такс. Это не мои монетки? Не мои. Да уйди ты, мелочь пузатая. Мелочь очень мешает. Ну, кто-то бегает. Кто еще бегает, играет, представляете? В Терру играет. Почему нет? Игра довольно симпатичная. Почему бы и нет? Так. Все что ли? Ага, все. Дальше поехали. О, травку нашла. Тут что-то я сегодня даже вообще ни одного ресурса не собрала. Это не пойдет так. Ценная причем тойра. Ой, навык, кстати, повысила. Тем ресурсом уже навык повышаю. Ик. Ну чё ты в него не попала? Всех засчитывает, что ли, вроде всех. А, нет, засчитывает, все, 7 есть. Так, еще мелких, да, по-моему, надо или что? Или нет? Или я ошибаюсь? Ага, дала. И еще одни дрова надо. Сегодня дровишки. Ну, где дровишки-то? Не вижу в упор. А, пойдем задание сдадим, наверное. А, вот дровишки. И на этом закончим. На сегодня. Первая серия в новом году, кстати говоря.
Красивая локация, мне нравится. Такая белая, снежная. За Федерацию! Светлая. А тебе смелости не занимать. А то. Чем могу помочь? Так и... Слава солдатам! И все, да? Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока!